очень просит прокомментировать меня, что такое четверговый огонь, что такое четверговая соль. Я хотел обойти этот вопрос, но буквально вышел первый ролик утром мой с беседой, а меня там упрекают, что я ничего не сказал про эти явления четверга и как я к ним отношусь. Ну, честно, я не очень бы хотел, конечно, комментировать и соли, и этот огонь, потому что многие обидятся, особенно обидятся производители фонариков маленьких, в которых приносит этот огонь. А уж производитель четвертковой соли, тем более, скажут, ну вот он там, вот что-то такое. Вы же знаете, что я, конечно, придерживаюсь традиций русских. Я люблю культуру русскую, я люблю явление русской культуры, когда они связаны с каким-то с особым смыслом, и этот смысл действительно помогает людям осознать себя и осознать свое какое-то культурное предназначение. Четвертковый огонь вышел из молебна, из службы, которую мы производим в храме в четверг. И там всю службу мы стоим со свечкой. Каким-то путем народ решил, что надо этот огонь принести домой. И если от него будет зажжена лампада и будет гореть, то это будет особый свет, который защищает. Это очень похоже на историю с благодатным огнем, которую привозят из Иерусалима. И вот в Москве, где такое вот возможно, там зажигают от него лампады, свечи. И я даже встречал женщину, которая мне хвасталась, что вот я принесла благодатный огонь, он у меня горит дома, и, в общем, ей от этого хорошо. Слушайте, само по себе воспоминание о том, что вы в четверг сходили, помолились, вот этот огонь получили и принесли домой, оно хорошо. Вот такое воспоминание о том, что вы молитву совершили. Я бы сказал, что этот огонь мог бы и напоминать вам еще об этой молитве, о тех событиях, которые в этих молитвах, вообще о том, что происходит у нас сейчас в эту неделю и какие события мы переживаем, а в конце и празднуем. И это все очень как бы хорошо, если бы не превращали это явление в некий языческий, как мы называем, символ, вот такой защитный тотем или освящающий там твою жизнь тотем. И это, конечно, уже и не православие, и, честно говоря, и не защита, потому что ни к чему это не привязано. Господь таким образом не действует, и поэтому я отрицательно отношусь к этому явлению, если оно несет некий вот такой тотемный, защитный и духовный, как говорят, смысл. То есть это все язычество, это все ересь, На самом деле надо, если вы с такими целями его принесли, каяться священнику, что я вот, батюшка, не верила Богу, я верила вот огню, который в четверток принесла. Вот. С солью еще, честно говоря, хуже. Вот. Это вообще полная, я извиняюсь, бредятина, что с солью творится. Никакой четвертковой соли с какими-то свойствами не имеется, тем более с духовными свойствами. А уж когда я слышу, что там над ней молитвку, там почитали еще что-то, значит, такое, то это для меня вообще полный, я извиняюсь, бредятина. Соль, конечно, меняет свое свойство, что ее тут с пеплом смешали, что ее в печке какой-то прокалили, еще где-то как-то так сотворили. Она же черная становится от этого пепла. Конечно, добавляются новые элементы. Мы с вами с детства знаем, что уголь есть иногда полезно.
Я у бабушки, например, приходил, видел хорошие уголечки у печки лежащие, и она говорила, да, и кушай. И вот это нехватка в организме каких-то веществ, и, конечно, таким и это. Но при этом та же самая история. Пока вы это воспринимаете как соль особую немножечко по свойствам, потому что они изменились при прокаливании. При прокаливании вы ее могли каким-то образом подочистить маленечко от каких-то загрязнений. Там, ведь живут и в соли некоторые бактерии или еще что-то. Это, в общем, ничего. Вы добавили ей свойств, когда добавили всего этого пепла и всех этих элементов обжарки. Но как только вы включаете или присоединяете к ней духовный какой-то смысл, так вы сразу уходите из православия, переходите в язычество, причем в язычество самого низкопробного характера. Вот такое мое мнение, и я сказал, что обидится и производители, и потребители. Вот так. Аминь.